Так, ну продолжаем. Биошок снова. И прочая фигня. Итак, значит, у нас открылась новая способность, что там с солями. Только я не понял, нам туда. В ту сторону пошел. Ладно. Здесь у нас по патрончикам. Что-то надо закупиться. Здесь полностью. А здесь у нас. А, подожди, вот эту штуку можно качнуть. Так. Так. Какие-то гроздья. Увеличивают тем самым дальность и силу поражения. Это увеличивает урон. Ну, это круто, конечно. Жми. Фукер. Идем дальше. Быстрее. Максимально быстро. Еще быстрее. Похоже, получилось. Так. Не знаю, я перенесла нас в мир, где у народников есть оружие. Или я создала такой мир. Здорово. Мимо, ёп. 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 Стоп, что это было? Офигеть, так они еще и горят. А как? Угу. То есть получается, мы нажимаем. Если держим, то это мощный удар. Так, я не понял, я промазал, что ли? Нам прямо. Здравствуйте, господа. Мне нужны соли. Соли тащат. Обойма-то ладно. Так, куда нам, кстати? А, ну нам, да, к оружейнику, наверное, обратно, да? А, так, он здесь находится. Сохранение. Даже в этом городе у меня нашелся товарищ, Слейд. Он связан с этими народниками. Это для гражданских у них на редкость много оружия. Нет, я думала, все будет совсем не так. Элизабет. Их убили, Букер. Давай, надо уходить отсюда. Кого? Идем на фабрику. Нас ждет корабль. Это Букер. Это не наша забота, не наше дело. Лософон ты просто сказал. Открыла дверь в этот мир, и мы вошли. Ты уверен, Букер? Вдруг я не нашла мир, где Ченлин жив. Перебили, что ли? Создала его. Я же говорила. Для меня это как исполнение желаний. Да ладно, не боитесь. Загадала его там. А это кто был? Братья и сестры, я обращаюсь к вам. Когда вы смотрите в зеркало, вы видите человека. А знаете, что я вижу свинью. Смотрит на вас. Да что за лаги по визе? А, стоп. Идем дальше. Он бы кормил вас сеном. Вот тут война, красная революция. Так, здесь у нас турелька. Турелька, а ну-ка, долетит, как вы думаете, сейчас? Ну-ка, давайте-ка попробуем сейчас. Так, надо все осматривать здесь. Но если вы хотите стать людьми, приходите к классу народа. Берегись, патриот! Где? Паскуда, вон он. Ничего, разберемся. Сейчас проверим дальность. Ну-ка, где он? Где голова его, я что-то не вижу. Сейчас. Сейчас, подожди. Вот он. Раз. Раз. Все, и бежим его добивать. Сейчас с солями попробуем добить. Мне просто интересна его дальность.
А, не долетает, да? Никак, да? Ну-ка поближе еще. Обалдеть. Круто. У меня пусто. До свидания. У тебя пусто? Что это было? Турелька. Так, ладно. Вот это вообще в тему, кстати. Сдохните, господин. Так, ну здесь ближний бой пошел уже, да? Сейчас перезарядимся. Сохранение между тем. Апельсинку. Захавали, раз. Благо нам еще тут помогают. Так, а это что? Наш, да? Давай. Сейчас. Так, здорово. Ладно, сейчас патриота соберем, нет? Или. А, да, может. Пусто, но не всегда пусто. Мистера. Ё-моё, это еще. Бляха, ты. Ё-моё, что происходит? Что это было? Они не могут открыть ворота. Кто-то должен сбить корабль. Ё-моё. Тихо-тихо, подожди, что делать-то? Чем мочить? Шок жокеем. Так, 6, 1, 2, 3, 4. А где у него урон-то? Подожди, а нам сбить его надо, да? Вывести. А, ну смотрите, тут вот эти вот штуковины есть. Полетели сейчас, да? Обалдеть, он такой огромный, и чё, он упадет потом? Так, я вообще правильно еду? А, по пушке надо, наверное, долбить. Во, да. А, перезарядка. Тихо. Назад поехали, да? Каким-то образом. Эй, а где он? А, мы наверх куда-то поехали. Ну, прыгай. Йо-ху! О, да. Вырубим так. Двигатель, и эта штука рухнет. Полюбе. А где двигатель-то? Так, ну здесь соли, 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 соли. Так. Допрыгнем? Не, вот тут лучше. Хоп. И все. И здоровски. Так. Сейчас разберемся по-быстренькому здесь все. Самое главное, не упасть. Опять патриот, да? Так, секунду. Сейчас мы вот это возьмем. Да нахрен, он сказал. Или кто это сказал? Это он стреляет, я не пойму. Воу. Тогда делаем вот так. Вырубим двигатель, и эта штука рухнет. И не докидываешь, что ли, ничего? Да ёб твою... Да ёб! Какая отдача-то? Точнее, не отдача, а он урон наносит мне. Я даже ничего не могу попасть толком. Да умри ты, ёб твою... Ну давай. Соль бери. Русские не сдаются. Так, 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 так. Пулеметик или что это такое? Бляха, пулеха. Ладно. Патрон мало. А Элизабет где-то там. Так, а что это? Дробовик. Это я поставил ловушки, да? Вырубим двигатель, и эта штука рухнет. Так, теперь пора сваливать. Стоп. Сюда, что ли? Блин, как круто придумано, да?
Сюда, Ильича, прыгаем, давай. Ударить аэротрассы можно было там кого-то. Букер, 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 Букер. Было потрясающе. Элизабет, идем внутрь. Надо найти внутрь, да, обожаю. Фабрика, песенка такая. Ладно. На абордаж. Это дирижер. Это наши друзья, да, я так понимаю? Оба! Гори, гори, ясно! Ох ты, тварь! Чтобы не погасло. Так, здесь такое мясо, что я даже внимания не обращаю. Мало ли, может, отмычки где-нибудь есть? Шпилечки, а я что-то бегаю тут так. Ладно, тогда идем дальше. Да, господа? Конечно. Идем дальше. Так. Раз. Раз. Эй, подожди. Лови патроны. Так. Лови. Ловлю, мадемуазель. Кто это сказал? А. Блин, отдачка сильненькая достаточно. Ой, подожди. Пятерку. Шестерку. Ну-ка. Офигенно. Умри. Прикольные вообще чуваки. Так, соли бы мне дать. С пулеметом или с гранатометом ходит. Конечно же, получить. Все получат по заслугам. Все, кто не наесть. Так, ладно. Идем дальше. Дейзи сказала, что пришла за Финком. Поднимемся на лифте. Кабинет Финка наверняка там. Солей, хорошо, тут дают. О, ништячок. Смотрим. Ботинки. Так, шанс 60% получить очки здоровья в рукопашной. Показать сравнение. Ну-ка. А, ну как посмотреть другое это сравнение, которое я брал до тогда? Ну ёб твою дивизию, а. Ну смотрите, я беру. А как я потом-то его найду? Блин, ну ребят, ну я не знаю, честно. Не разобрался я в этом смысле. А чё они все пустые какие-то? Блин, офигеть. Так, ладно, идем дальше. Чё у неё с глазами? А как тут сесть? Я сесть не могу. Мадемуазель, куда вы мне смотрите? Какой у него большой, офигеть! Куда она смотрит? По-моему, она... Ладно. Ого, сколько солей, обалдеть. Смотрите-ка. Что-то я там внизу пропустил, интересный, наверное. Шок Жакей, магазины, коробки какие-то. Они просто созданы друг для друга, да? Кто? Фицрой Комсток. Два яйца, вот друг для друга создан. Так, я не понял. Фицрой Комсток, это кто у нас? А, Комсток, это же пророк. Мэйлин. Мистер Лин. Боже, я... У меня в голове был один Париж. Я не думала, что... Ты не могла знать, что так будет. А чё не так-то? Я тоже приложила руку к этой катастрофе. Если ты хочешь притворяться, что мы не виноваты, дело твое, но... Микроволновка сработала. Курица готова. Куда выходить? Не знаешь? А, взять надо. Алло? Финк? Алло? Я видела, как ты умер, Букер. Видела. Фицрой, слушай, я достал оружие. Давай корабль. Мой Букер Дэвид умер за глаз народа. Ты либо самозванец, либо призрак. Мой Букер Дэвид пал как герой и остался в памяти народной. А ты только все усложняешь. Капец. Не дадут нам корабль.
Так. Это наши? Нет. Нет, это не наши. Значит, делаем так. Подожди, так это наш? Нет, он красный подсвечивался. Умри. О, да. Так, за Фицрой. Мне кажется, мы сейчас должны... А, из... Первый леди держабль забрать. Забрать. Так. Так, это у нас кто? Ага, здорово. Эти дыры явили моим глазам еще одно чудо. Хотя я пока не нашел им применения. Этот способ слить воедино человека и машину, создав нечто большее, чем просто сумма частей. Процесс, судя по всему, необратим. Возможно, Комстоку эта технология пригодится для той башни, которую он возводит. Здорово. Так, здесь у нас патрончики. Так, для этой надо купить. Все, ничего не надо покупать. Ух ты, нифига тут всего сколько. Обалдеть, просто обалдеть. Так, ваши противники висят в воздухе в два раза дольше, здорово. Блин, тут надо решаться, тут достаточно дорого, поэтому... Ненадолго дает неуязвимость при атаке и перезаряжает щит. Увеличивает длительное оглушение, снижает затраты соли на гипнотизера. Ой. Ну да, это как бы мы автоматы даже нагипнотизируем, чтобы они на монетки давали, что такое. Дальше, плюс к шок-жаке, который перескакивает с одного врага на другого. Очень интересно. Ну, давайте вот это возьмем. И знаете, что еще? Мне кажется, вот это классное. Создать цепную молнию, которая перескакивает с одного врага на другой. Блин, ну я не знаю, на какого врага, но давайте возьмем. Все. Отлично, можно использовать шок жакей, пробовать в следующий раз. Ух ты, запрятали-то, господа. Так, шанс 30% гипнотизировать противника в рукопашной. На несколько секунд жертва станет вашим союзником. Интересно, а показать, если... Блин, ну я же это брал. Ну дайте мне еще какое-нибудь сравнение. Я не понимаю, что тут делать. Я в этой игре не до конца разобрался. Так, вот тут еще что-то нет у нас. А, увеличивающий урон. Слушайте, это здорово, да. На снайперке 25% увеличивает. Так, все связанное со снайперской. Так, автопушка. Ой, ручная пушка. 25. На 25. Скорость перезарядки. Это у нас ручная пушка. Качаем. Так, еще где у нас снайперская винтовка? Больше нету. Можно взять урончика на 300 монет. И для ручной пушки также взять урончика. Все, спасибо. Так. Вот мы стали банкротами с вами, господа. Собственно говоря, ну, немного тупо сделано, что сюда нельзя пройти. Так, теперь если мы... Офигеть, это что? Так, подожди. Еще кое-что. Сейчас мы проверим, нету ли здесь больше снайперской винтовки. Да, здесь больше. Я хочу просто, может быть, есть такое снаряжение, которое увеличивает скорость перезарядки на 25%, по-моему, всем оружием или на 50%. Я не знаю, можно ли увеличить снайперской винтовки моей. Элизабет. Уже. Опа. Можно ли увеличить моей перезарядки? Осьминог какой-то. Кракен! Нажмите, чтобы отшвырнуть врагов. Зажмите, чтобы схватить врагов. Отпустите, чтобы отправить их в полет. Круто, все интереснее, интереснее. Ну, кстати, все дороже и дороже. Так, я даже не успеваю ничего нажимать. Не понял. А. Угу.
Ну что же, идем в путь. Сейчас проверим. Они идут. Они идут. Ух ты, а что такое? Ну блин, ну это обычные гранатометы. Наверное. Ну они все просто разные. Так. Нет, хватит. Нет. Ах ты тварь. Я тебя достану. Убейте самозванцев. Тела сожгите. Ненавижу тебя, тварь. Я тебя убью. Слышишь? Пожарник, слышишь? Я тебя... Где? А, пожарник. Ну, сейчас мы попробуем. Сейчас, подожди. Бляха ты, муха, я косанул. Не понял, а где они? А, вон они. Ну, где? Да ёб твою дивизию. А его можно бросить, как вы думаете? Не, я не буду рисковать. Поднимайся. Будет исполнено! Умри. Не понял, не действует, что ли? А, вроде действует. О, зашибись. Так, сейчас попробуем новую функцию. Новую, точнее, эту. Эй, подожди. А как бросать-то? Не понял. Не понял, что с ним делать-то? Нужно? Вот, спасибо. Нажмите отпустить. А почему? Так, ладно. Беги ты, ёп... Ты тоже дерешься? Ссаный засранец.